На Дмитриева, видимо, ставка будет. Ой-ой-ой. Или дисквалификация, когда 4 карточки наберется. Удар. Ух, прилично приложился. Свисток-то и звучит так часто. Радишевский. А вот Дмитриев все-таки принял этот мяч и успел. Успел, да. Вот буквально одной минуты не хватило до конца основного времени продержаться. Ранее мы... Неплохо. И вот пас Дмитриеву, проспал защитник, и должен быть второй гол, да. Здорово. Ну, говорил я, что Дмитриев не на одном забитом мяче не остановится. И в расчете на как раз и... И вот видите, вот и гол, но вне игры. Вне игры. На левом фланге Зенин делает подачу, но... И смотрите... Голкипер опоздал, а вот Мадаминов, и это желтая, даже красная карточка, наверное, да, красная карточка. 11 номером на поле вышел Солдаров Илья, номер 6. Ну, вратарь спас. И вот Мадаминов принимает мяч. И слева партнер Солдаров, свежий Солдаров выходит один на один. Ну, все свои резервы уже бросил в бой тренер Шатохин, про которого я вам говорил, да, что он играл за томскую команду. А вот Сотеров, а зачем разворачивался? Но, тем не менее, Сотеров отдал голевую передачу, хотя, казалось, сам мог забить. Подача и вратарь, и мяч... Залетает в ворота. Хотя первую игру уступили с крупным счетом 5-1. Но шансы есть. А вот не с тем же счетом. Не с тем же. Все-таки. Ты финальный свисток. 4-1 победа. На последних секундах отыграли один мяч. Размочили счет.